31 марта Северский район посетила мобильная приемная губернатора. Каждый желающий мог получить консультацию районного или краевого специалиста. Больше всего людей интересовали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, экологией, земельными отношениями и медицинским обслуживанием населения. Это возможно, чтобы в одном месте человек мог оперативно решить свои вопросы. Если у него вопрос к нескольким службам, все собираются в одном месте, и он может у каждого уточнить свои вопросы. Как личного характера, так и общего характера. В основном ко мне обращаются люди с просьбами. С просьбами по помощи, госпитализации, лекарственное обеспечение, реабилитация. Практически все, кто у меня был, уже у всех вопросы решены. Телефоны также свои оставил, если в дальнейшем будут возникать вопросы, чтобы они могли оперативно их решать. Специалисты подробно разобрали каждое обращение граждан и дали разъяснения и рекомендации. Некоторые вопросы обсудили совместно с главами поселений и руководителями служб и ведомств муниципалитета. Хочется выразить благодарность за то, что организовано такое мероприятие. Люди очень довольны, что можно высказать то наболевшее, что у них есть. И то, что руководители стараются записать и ответить на наши вопросы. Я хочу поблагодарить организаторов мероприятия. Замечательные люди услышали нашу просьбу. Мы 4 года обращались с маленькой, как бы сказать, своей просьбой. Просто выделить небольшой участочек земли, каменистый, как сказать, неухоженный, 14 соток, для того, чтобы козу привязать, теленочка. А теперь вот все решилось. За один день все решилось. Благодарим всех чутких людей и как замечательных специалистов, которые откликнулись на нашу просьбу. И все было решено. Специалистами администрации и органов исполнительной власти Краснодарского края рассмотрено около 100 вопросов от жителей Северского района. 23 человека оставили письменные обращения на имя губернатора Краснодарского края. 7 граждан пообщались с представителями краевых органов власти по видеосвязи. Все вопросы взяты на контроль.